Суха жала, не езжайте. Че там, Мура? Все в порядке. Документы, все в порядке. Страховка есть. Огнетушители есть. В аптечке больше лекарств, чем в больнице, елки. А нафига ты его останавливал тогда, если он ничего не нарушил? Ну, проверка документов. Вдруг думал, что-то там проканает. Запомни, Мура, если человек сразу показывает свои документы, значит, у него все в порядке. Это талдык. Здесь кто грубо нарушает, он сразу кому ему звонит. Или он под кем-то двигается, или он под родственником двигается. Понял? А это что думаешь, под кем двигается? Не, брат, это, кажется, под чем-то двигается. Машину на старте держи, на всякий случай. Лейтенант, он... все ясно. Мужик! Музыку тише сделай, музыку! Не, мужики, это вы погромче. У меня классная песня здесь. Мужик! Очки сними, очки! Музыку, говорю, тише сделай. А, музыку потише. Да, и документы, документы. Сейчас музыку потише. А, документы? А документы его у меня. Мура, как думаешь, что ему светит? Ну, думаю, где-то 5000 баксов. Нет, Мура. Ему светит 30 суток и лишение прав. Ну, или так. Хотя 5 часов лучше было бы. Я тоже так думаю. Деньги дают.